Друзьяки, ну чё, всем здорово, с вами как всегда, Бамбуку Медведь Капанда, welcome, добро пожаловать ко мне в гости, сегодня играем что-то новенькое, Roblox Anime Collid, только вышла недавно игра, Place, Наруто, тут всякие, Dragon Ball, Джо-Джо, вон вижу еще Танжера там и так далее, может быть тут что-нибудь есть с One Piece, давайте, конечно же, зайдем и затестим. Йоу-йоу, дружище, нужны фрукты или эксклюзивная и персональная прокачка в Blox Roots? Тогда ты по адресу, братишка. Максимальный уровень, расовый 4, авейк тесто, ну и многое другое. Все это ты найдешь по ссылке в описании. Итак, мы на карте, друзьяки. И мне сразу говорит стрелка, стрелка, бежать и вон туда. Дяденька, здравствуйте. О, это Dragon Ball, по-моему, ребят. Короче, здесь опять куча всяких будет, видимо, челиков. Так, сюда забегаем. Как с ним взаимодействовать? Еха, давай, поболтай со мной. А, погоди, тут не я, ты взаимодействовать. Понятно, ты. Так, добро пожаловать в наши приключения. Здесь у нас будет много всяких штук. Понятно, ладно, продолжить. Штуки мы, в принципе, и так все разберемся. О, Роши, ребят. Короче, очень какой-то дракон. Злой, Скэри. Скэри, страшный, точнее, страшный дракон. Ладно, твоя миссия, короче, его победить. Ладно, сейчас победим дракона. Ладно, хорош нам уже это, буковов. Слишком много буковов, еще и не какие-то забугорские, да? Так, Роши, так, это файтерсы. О, это надо будет их по ходу дела выбивать и прокачивать, наверное, да? Так, внизу у меня уровень 0, это хп, это не знаю, что. Здесь 0.1 какая-то, без понятия. Справа какие-то штучки, дрючки есть. У меня квест есть. Здесь у меня есть инвентарь. О, что-то похоже инвентарь немножко на... Кто это помнит, а, ребят, да? Аниме Fighting Simulator, по-моему, был, да? Менюшка немножечко похожа. Ладно, погнали, сейчас что-нибудь выбьем. Бамбуковый медведь готов. Так, шансы выпадения. Блеск, который вот этот вот шани, наверное, какой-то. 0.3, это супер-мега-мифик. 0.3%. А здесь вот 0.8. Ну, ладненько, давайте что-нибудь прокрутим. Йены, а где у меня йены? Хоть йены-то есть что-нибудь? Падает мне... Куририн. Ну, понятное дело, ребят, то, что здесь авторские права. Блин, 41. Ёлки-пал. А Экстрим может выпасть? Триалмазики. О-о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 . Нет, опять шляпа. Эпически, ребят, падает. И редкий. Блин, а что-то... А, вот, это шансы вот этого. Короче, это есть вот такие вот шансы, а еще есть вот такие шансы. Редкие, нередкие. Ладно, что-то мне там нападало. Так, набор демонов. А это что такое набор демонов? Это геймпасы. Понятненько. Ладно, возвращаемся к дяденьке. Старичок, здорово. Опять на теху, ребят, с ним болтаем. Все отлично. Он говорит, мы все прошли, теперь нас ТП ехает. Куда? Теперь, понятно, теперь сражаться. Давайте наберем, надерем попки вот этим вот зеленым челом. Сначала наберем, а потом надерем. О, что так темно стало? Включить свет. Так, персонажи, вот сюда жмякаем. Так, можно поставить сразу всех. Так, 100. О, нифига себе, этого 10. У этого 140. Поставить. 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 Я всех поставил или одного? А, все понятно, одного ставим. Я думал, всех можно поставить. Тогда вот этого ставим. 140, да, который у нас? Ну, ладненько. Так, это, наверное, в группу надо, да, зайти? Нет. Награду дали мне, нормуль. Так, здесь у нас... О, вот это Бульма, Бельма, или как ее, блин? Ну и чё, как здесь драка происходит? Мне самому надо. Так, на единичку. О, нифига себе, скиллы еще даже прокатывают. Я думал, тут типа петы какие-то будут. На левую клавишу мыши мы можем еще атаковать. О, у них еще скиллы всякие, смотрите, мне надо уворачиваться. Дэш есть. Не, я думал, это типа петы какие-то будут. Единичка, мяч. Бам-бам-бам. А, кстати, прикольно сделано. Во-во-во-во-во-во-во-ка. У ворот. И у меня, кстати, смотрите, хп больше, потому что этого чела, наверное, поставил, да? Так, а тут какой-то чел с другой стороны вылез. Так, а мне говорят уже... А сколько мне их убить надо-то, а? Единичка. Ошалеть. А, вон внизу у меня еще экспулинет, по ходу дела, закапливается. А мана... Ёлки-палки, что-то их тут куча. А это, по ходу дела, синенькая, ребят, у меня мана, да? Тихо-тихо-тихо-тихо. У меня регенится хоть хп? 90, 91. Да, хп регенится. Внизу это, короче, опыт. Все понятно. Внизу это опыт у нас. Капец, я им по единичке снимаю. Что так медленно-то, а? Ну вот, скиллом вообще хорошо. Скилл, ребят, на ура заходит. Ура! Мы прошли первый квест, ребят. Мастерство вашего персонажа лично на 2. Я апгрейдился.
Я апгрейдился, квест завершен. Замечательно, просто суперски. Фига себе, у меня 12 уровень. А мне можно как-то раскидать статы, либо еще что-то? Инвентарь, персонаж, квесты, телепорт. О, это миры, смотрите, можно куда-то тпхнуться будет. Это випка и настройки, в принципе, и все, да? А вот это, наверное, можно будет фьюзить их. В Ангуе можно будет фьюзить. Раз, два, три. Шанс 0. Понятно. Стопудово, наверное, как-то еще фьюзить можно будет. Так, у меня есть немножко денежек. Давайте попробуем еще кого-нибудь повыбиваем. Автоопыт. Это геймпас, да, наверное? Да, это геймпас. Пока тратить ничего не будем. Ладно, X3. Может, что-нибудь выпадет, ребят, еще. Давайте посмотрим. О, Вега, ребят. А, двухзвездочный упал. Так, еще хватает. Не, уже не хватает, ребят. Уже все не хватает. Бабосики я все спулил. Ну-ка, персонажи. Персонаж 100. Ого, у него 300. Шутки пошли за 300. Ребят, у меня новенький. Так, пистолет. Смотрите, еще у них скиллы внизу. У каждого персонажа разные скиллы. Так, это чел, здравствуйте. Опять на Т, наверное, с ним болтать, нет? Пипец, он по пятерке уже снимает. Ну-ка еще, погодите, поболтать мы всегда успеем. Единичка. Да, все прикольно, только ты куда стреляешь? Куда-то в другую сторону он стреляет. Так, также по единичке я им снимаю. Ну-ка. Да, вот скиллы вообще огонь. Скиллы, конечно, вообще жгут, ребят. А я могу сразу их два вот так вот. Потом последний... Не... А, да, и поэтому попало еще. Капец, я их почти ваншотаю, друзья. Я их почти ваншот. Ну-ка, смотрите, вот так, чтобы и по первому, и по второму попало. Попало по второму? Не, по второму там не попало. Ну и потихонечку экспулина, ребята, идет. Да, у нас экспулина идет. Не, на М1 вообще пипец. Так, а мне нужно масса 7. А как мне открыть второй скилл? Уровень 12 у меня. Мне надо какое-то мастерство, наверное, да? Еще больше попрокачивать. Так, с этим пока поболтать не могу. Так, я хотел... О, смотрите, реберды еще есть. А, так, 400 уровень и платить 5000 йен, 50 тысяч йен даже. Так, это пока сюда мы не забегаем. Здесь у нас следующие квесты, здесь, наверное, тоже следующие квесты. Короче, это мир Драгонбола. Я так понял, мир Драгонбола. Потом мы будем проходить дальше. Потом пойдем вон туда, а туда сколько у нас стоит? А, следующий мир, это что, карта? Нет. А! Ребят, это награда. Это наградники, смотрите. Где тут я? Мерлин, Бен, Кинг, Дейн, Мелиодас. Это этот, что ли, будет следующий мир? Деревня Барния. Требуется уровень 45. А 5000 силы нужно. И купить за 20 тысяч йен. Пипец. Ну, понятно. Короче, мы здесь проходим, открываем миры следующие, да? Так, а здесь кто-то наверху другой чел. А что мне там по квесту? Что мне надо сделать? А, зарядите ману на 5 секунд. А как ману заряжать? А, С зажимать. Все понятно. Вот у нас как мана, ребят, заряжается. И что? Все? Теперь назад. Я даже квест не посмотрел там, да? Короче, мана у нас... А, вот, то же самое, я еще дэшусь, тоже за ману. Хоп, потом С. На С заряжать, это типа как Shinobi Life. Как Шинда, ребят, да, как Шинда, похоже. Все, зарядили, идем деду пистолету сдавать квест. Здорово, дедуня, хорошая работа, зарядил. Теперь опять квест, нас куда? Теперь вот к этому челу. Хорошо, потренировать. Давай, 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 я готов тренироваться. О, смотрите, а это что такое? Какие-то бананы. Я теперь какие-то гемасики могу собирать. Или это бананы какие-то. Ёлки-палки. Халява, ребята. Собираем халявку. Не знаю, что это. Не знаю, для чего это. Но я чел простой. Если вижу, что-то валяется, надо подобрать. Черт его знает, потом, наверное, пригодится. Все, квест завершен. У нас есть бананы эти. Так, да зеленый. А, это фасолька. Понятно. Не, лучше были бананы. Так, все, я схавал, что ли, ее? Да, я ее схавал. Даже не знаю, что он там дает. Все, я опять дед. Дед пистолет. Все, 13 уровень у меня уже. Отлично. А там звуки хоть какие-то есть? Я что-то даже звуков никаких не слышу. Да, что-то там есть. Только тихо.
Так, здесь у нас есть маркет. Это у нас базар, типа магазин. И там, наверное, стопудово какие-то штуки. Какие-нибудь типа бонусы. Фьюжн машина, это я понял. Это фьюзить наших петов. Ну, точнее, персонажей. Это мы все поняли. Так, фьюжн, давай забегаем. Ба-ба-ба. О-о-о-о-о, раз, два. Одинаковых. 5 штук, да? 100%. Соединяем. Небесные камни еще нужны. И теперь он будет рарный какой-то, да, наверное? На один выше. Так, а если я вот эти соединю? 80%. Ну, давайте попробуем. Один гем. У меня гемы есть? Гема фигушки. Фигушки, кукуюшки, гемасов нету. Так, иены мне добавили. Мы сейчас с вами практически, наверное, все пройдем обучение. Так, здесь таблицы лидеров. Нет, у нас отправляет он куда-то дальше. Final mission, ребята. Последняя наша миссия. Окей, давай, давай. Хорош болтать, много букв слишком из твоего рта сыпется. Так, кто у нас тут, смотрите. Высшая мощь. Вот такой челик, 1,7 миллионов. О, магазин есть. Ну-ка, давайте глянем, что в магазинчике. Какие-то зелья, наверное, да? Зельки, зельки, зельки. Фасолька, робокс, иены, зеленая. Фасоль. Безвкусная зеленая фасоль можно съесть, чтобы восстановить некоторое здоровье. А, ХП восполняет. Ну, короче, типа аптечка. Типа бутылочка, аптечка восполняет нам ХП. Так, вот сюда идем. Квест. Наверное, тут что-то, да? А что это у меня надо? И что, сюда я приполз? Что мне надо сделать? Погодите. Так, ремонт кораблей. А, корабли починить надо. Бог ты мой, и что, как их? Все, понял. К ним подходим и чиним. Все, я у мамы инженер. Где моя синяя изолента? Изолента синяя. Все починила. Все хорошо. Квест выполнен. Сюда, да, Мульман? Женщина, принимай работу. Смотри. Я мастер на все руки. Пойдешь со мной на свидание, а? Бамбуком угощал. Так, что она там болтает? Бума, бума. О, опять сломала. Капец, женщина, ты что так все быстро ломаешь? Я только, что тебе, в чинильщике, что ли, набивался? Я ей все починил, а она опять ломает. Это не женщина, это беда. Давай опять починим. Вон у нас компас есть. Капец, вот она, рукопопа это, а? Женщина. Ладно, бывает. Так, теперь куды? Все, я починил, больше не ломай. Так, вот из чего у меня есть компас, ребят. Смотрите, по компасу. Блин, дайте кого-нибудь нарезать. Дэн, 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 дэн. Почти я ваншотаю их. Чуть-чуть остается, да? Так, мастерство персонажа. Где это у меня мастер? Я чуть не вижу. Внизу мастерство. Уровень 16, 16 у меня. Так, кого бить? Кого бить, кого бить? Вот сюда, да, мне надо? Давай. Короче, красных теперь чуваков. Red Saibamen какой-то, не знаю. Меня там, наверное, фанаты Dragon Ball помидорками закидают. Не так прочитал. Как обычно, как обычно. Ну-ка. О, у них ХП дофигища уже, да? Ладно, мне кажется, их проще только одним этим. Тихо, тихо, тихо. Скиллами, ребят, только скиллами. Надо, кстати, не забывать мне еще закапливать ману. Хотя, в принципе, маны дофигища вроде бы. Мне главное, чтобы откат был. Так, уровень 17. Так, а сколько мне их убить надо? Еще одного. Ну, ладно. Я думаю, это будет на изи. Опять он куда-то в бок стреляет. Мне же специально shift-lock. Ой-ой-ой-ой. Мне бы фасольку сейчас слопать. Мне бы слопать сейчас фасольку. Ну, кстати, плейс, я думал, будет что с петами. Не, нифига, ребят, тут не петы. Тут мы сами, получается, выбиваем персонажей. Хорош, что можно заряжать. Опять он куда-то не в ту сторону стреляет. А, ХП мало. Быстро фасолька, быстро фасолька. Использовать фасольку. Фу. Ребят, фасолька меня спасла. Куда он стреляет? Вот же у меня. Мышка, вот он стреляет туда. Сам что-то крутит, мутит, не понять. О, куда? Куда ты? Братан, ты что, вообще... У него целкость, ребят, сбита. Сбита... Сбритая целкость. Так, все. Выполнил я квестулю. Где там мой товарищ? Принимай работу. Все готово. Идем, 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 идем. Так, та-та-та-та-та-та. А, все, еще один что ли квест. Опять же у него есть что брать. Да, опять же у него берем квесты. 250 опыта и 200 иенов. Давайте лучше мы по... Сундучок. Здравствуйте. Ого, 2000 иена, что так можно было что ли?
Ошалеть. Ну-ка, погнали крутить, ребят. 2000 иенок. Ошалеть. Ну-ка, X3. Может, сейчас кого-нибудь выбьем еще. Два раза я смогу, наверное, да? Раз, два, три. Хлам. Раз, два, три. Да, гобу, ребят, 35%, который... Все, по-моему, больше не хватает мне, да? О, Вега еще один, скоро смогу скрестить. Так, где они у меня там? Смотрите, вот этот лучший. Так, так, так. 532. Поставим здесь 140. Ну да, ошалит, ребят. Так, и что, куда мне бежать? Здесь опять квест, что ли, брат? Да я уже взял это все. Я уже все взял. Квестик есть. Ну-ка, поскольку по пятерке, да, мы тогда рубили. А теперь вообще по ноль. Вообще ничего не рубит. Братишка. 5.5. Ну, в принципе, так же он снимает. А ЛКМ по единичке. ЛКМ, ребят, по единичке. Ну, в принципе, что за плейс, я понял, ребят. Оставлю ссылку в описании. Кто захочет, ребят, тот, короче, поиграет. Я, если что, там прокачаюсь подальше. Может быть, мы что-нибудь выбьем там. Если вам понравится, будем снимать продолжение. В принципе, так ничего. В принципе, интересно, погамезать можно. Пока ждем обновку в Blox Roots, да? Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока.